Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 14 каталога Фаберлик. Посмотрим, куда лучше потратить купоны на 250 рублей. Оставлю вам свои отзывы и рекомендации. С самого начала стартует новая коллекция в очень интересных таких расцветочках, оттенках. Меня мало какая одежда привлекает Фаберлик, поэтому я все это дело пролистываю. Так, вот наши купончики. Мы с вами получили их в прошлом каталоге за заказ. Да, теперь мы можем их потратить. Потратить на продукты, возле которых вот такая вот наклеечка нарисована. Да, только на них. Есть и выгодные предложения, есть и не очень. Сейчас с вами все обсудим. А что касается ICOL. Ну, здесь, в принципе, нормально. Если вам действительно нравятся эти крема, то можно взять и по купончику. Будет 999 рублей, минус 250, это получается 750 рублей, да, минус скидка консультанта за 600 с чем-то рублей. Вы можете взять эти два средства, да? Это у нас дневной крем пробуждающий и крем-маска для лица, питание ночное. Я пробовала пробуждающий крем, я сравнила его с линейкой Weekend, поэтому не вижу смысла переплачивать. Я даже с купончиками эту серию брать не буду. Патчи дороговато, потому что патчи можно купить хорошие за 500 рублей корейские, поэтому я тоже мимо этой акции прохожу. Серия Blur, да, для выравнивания кожи, но она бывает на акциях. За такую цену тоже мимо. Вот эти маски не рекомендую за такую цену брать, даже минус купон, потому что это просто увлажнение, здесь всего лишь 30 мл, это очень невыгодно. Она никаких чудес не делает, а мало того, вы еще будете 20 минут вот эти блески с лица оттирать, и все равно они останутся на волосках, на коже, на пушок вот этот, да, который у нас на лице, все равно остаются, и у меня только на второй день они смываются, поэтому не люблю. Вот были бы купон на карбокситерапию, был бы вообще идеально, любимая мною серия. Цены, кстати, неплохие, очень рекомендую. Сейчас на осень прекрасно. Можно уже, в принципе, и кислотами запасаться. Но и карбокситерапия здорово выравнивает тон лица и так далее. На серию Weekend тоже не будет купончиков. Очень жалко. Но на такие вот продукты, которые 200-300-400 рублей, купончики, в принципе, и не делают. Но будет по классной цене набор. Этот набор у нас крем-гель вокруг глаз и увлажняющий гель для лица. Классные продукты, но мне вот больше всего, я всю линейку обожаю, нравится ночная маска, эмульсия и сыворотка. Крем вокруг глаз, кстати, тоже классный, на самом деле классный. В линейке Expert Skin Activator, да, будут тоже скидочки, будут купончики. Я эту серию никогда, девчонки, не брала в Фаберлик, честно, потому что на нее отзывы, что это просто как бы увлажнение. Даже если всю эту систему по очереди проделать, как положено, да, то я слышала отзывы, что, ну, как бы чудес она никаких не творит. 30+ эта линейка. Если давно хотели попробовать и было интересно, то можно, в принципе, воспользоваться и на этой линейке купонами. Достаточно выгодно будет брать вот этот набор, потому что он дешевле 990. 9 рублей не бывает. А здесь купон получается 750 рублей, скидка консультанта за 600 с чем-то рублей. Такой, конечно, в магазинах можно купить и за 400, и за 500 рублей. В магазинах техники такие наборы продаются один в один. Но если вы консультант Фаберлик, и вам нужно именно Фаберлик покупать, то будет хорошее предложение. Набором вот этим пользуюсь уже, наверное, скоро будет как третий год. Он мне очень нравится. Это действительно помощник и в умывании. И есть тут насадка классная, которая шлифует кожу, как пилинг. И для массажа вот эти шарики, они вращаются, да? Поэтому набор действительно хороший. Ну, про маску я промолчу, просто пролистаем с вами, да. Достаточно выгодно будет брать крем для лица и шеи «Круговая пластика» с купончиком. Говорят, что он неплох, но до этой серии я тоже никак не дойду. Сейчас добью все свои запасы и как раз на зиму, мне кажется, эта линейка будет прям вот хорошо. Хорошо зайдет. Вот эти крема я не люблю, брала их на лето. Они у нас с SPF, они у нас заявлены с осветляющим эффектом. Они действительно осветляют, но они безумно плотные и лежат на вашем лице просто куском, маской, которую вы ощущаете, и это не очень выгодно. Достаточно выгодно без купонов, да, у нас будут акции на серию Себа Баланс, да, она у нас называется. Это новинки прошлого каталога. Первый набор, где роллинг гель и крем 699, и набор из трех средств 999. Маска как бы на меня такого впечатления какого-то супер-пупер не произвела, девчонки. Поэтому, кто хочет, я советую вот взять набор роллинг гель и крем для сужения пор. Они действительно достойные. Крем очень легкий, для жирной кожи прям находочка, подойдет идеально. Ну а роллинг гель, он всегда был в фаворитах Фаберлик, он действительно крутой. Жалко, что нет купончиков на кислотный уход. Я бы с удовольствием взяла шаг А, но подожду на него пока скидочки, потому что шаг Б и С у меня с прошлого года остался, а шага А вот нет, почему-то кончился он у меня. На эту серию бы прям вот с радостью бы
потратила купоны. У меня их очень много. Даже не знаю, девчонки, куда я их буду применять. Вот на такой массажер. Давно его не было в каталогах. Тоже будет действовать купон, но это дорого. Его тоже можно купить на Wildberries, на Озон, на AliExpress гораздо дешевле. Он будет абсолютно такой же. На серию антицеллюлитную тоже купончик действует. На антицеллюлитный крем Скульптор. 250 рублей он будет. И минус скидка. Это дешево. Это дешево. Это действительно здорово. Можно на него потратить свой купон. В серии Гардерика у нас на драгоценную маску красоты будет купон. Не знаю, может быть, воспользуюсь. У меня ночная масочка от Weekend кончается. Как раз вот это будет на замену. Потому что я из серии Гардерики, по-моему... А, ну я вот эту маску, по-моему, брала. Да. Только ее. Или я брала вот эту, девчонки. Клеточный дневной неокринцип. Нет. По-моему, из серии Гардерики я пробовала только вот эту маску. Не скажу, что какие-то там были вау-впечатления. Но ничего, такая неплохая масочка. На линейку Айсиул, это корейский уход, будет купон, можно будет потратить на сыворотку, то есть 800 рублей, 650, минус скидка, 500 с чем-то сыворотка. Все равно дороговато, и эта серия, мне кажется, все-таки для возрастной сухой кожи больше подходит. Мне вот она не зашла совсем, от слова совсем, только скатку люблю из этой линейки. И смотрите, гель для век у нас будет 350 рублей стоить, да, минус скидка, рублей за 300, ну, тоже дороговато. Вот, мимо прохожу. И также крем, активный крем для лица. 900 рублей минус 250. 650 рублей, да, он будет стоить у нас. И минус скидочка консультанта. Ну, тоже недешевое, скажем так, удовольствие, даже вместе с купонами. Вот на скатку было бы, был вообще фурор. Скатку разобрали бы в момент. Кушон по купону. Тональное средство. Мне тоже не нравится чрезмерное сияние. Для жирной кожи, для комбинированной не подходит. Поэтому это тоже акция не моя. Хорошая цена будет на кремушек для рук, многими любимый, вот этот беленький крем для рук формула омоложения. Здесь 60 мл, 109 рублей, буду брать обязательно, очень хорошо питает. Не так, конечно, как зимняя линейка, но все равно здорово. Купончики будут на носочки и перчатки ухаживающие, да, увлажняющие для ножек, для ручек. Все равно с купончиком, мне кажется, дороговато. На серию про руки будет скидка хорошая. При покупке двух средств срабатывают желтые ценники, но я ее не люблю. Мне мало питания от любого из этих средств. Так, девчонки, буду брать обязательно винотоник. Гладкие пяточки взяла свой любимый в прошлом каталоге, запаслась, был по 99 рублей. Так, а здесь у нас скидочка идет на антипреспирант 50%, а венотоник мой любимый 109 рублей, тоже очень хорошая цена, на него буду брать обязательно. На вот такую пилочку, роликовую пемзу 50%, не 50%, а купончик, то есть она будет 1050 рублей, минус скидка консультанта, это тоже дорого. Такие же пилки можно купить гораздо дешевле, причем абсолютно такие же. Хорошая цена на средства для интимной гигиены, тоже моя любимая, мусс мне немножко сушит. А вот это обожаю, всегда в запасах. 179 рублей. Буду брать обязательно дезодорант по такой цене. Мне очень они нравятся. На сутки вполне хватает. Никакой потливости, никакого неприятного запаха. У них очень приятный запах, деликатный. У меня сейчас заканчивается розовый. Может быть, в этот раз возьму зелененький. Все их уже перепробовала. И действительно... Они защищают. Может быть, не очень удобно формат вот этого вот жидкого дезодоранта. Но защита все равно присутствует. Нужно немножко просто подождать, пока он высохнет, и все будет окей. Последний раз в каталогах будет серия Beauty Cafe. Я ее не очень люблю, поэтому так и так прохожу мимо нее. А на всю линейку Витамания будет скидка при покупке двух продуктов, желтые ценники срабатывать. Да? Кремы для рук у них очень легкие. Я брала на лето. Сейчас уже холодное время года, кутикула сохнет сильнее, поэтому уже не буду брать. Но мне нравятся мисты. Хоть не очень долго на теле остается аромат, но тем не менее они такие вкусненькие и приятно распрыскивать их на тело. Можно, кстати, в мист добавить масло. Допустим, Johnson's Baby или Faberlic тоже есть масло для тела. И сделать его немножко попитательнее, да, и тогда будет вообще красота. Также на серию Fleur de Provence, да, желтые ценники, я ее тоже не люблю, мне не нравятся ароматы этой линейки вообще. Новинки. Японский уход за волосами. Девчонки, пробовала вот этот вместе с вами кондиционер.
очищающий кондиционер получается, да? И что хочу сказать. Интересный продукт. Вы знаете, у меня такое ощущение было, что он мои волосы не промыл. Хотя я два раза его наносила, он же не пенится, да, что он не промыл. Это система ковошинга, то есть мытье головы без шампуня. И вот действительно сложилось впечатление, что они какие-то грязные. Хотя нет, я через день, как обычно, помыла голову. Они были в достойном очень состоянии. Мне даже знакомые заметили, говорят, что у тебя так волосы блестят прям. Я говорю, ну вот, это Faberlic ковошинг. Вот эта линейка нравится. Пользуюсь ей сейчас с удовольствием. А пепел еще не пробовала. А так достойная линейка. По хорошей цене будет тоже один из моих любимейших уходов Faberlic. Это салон Kia. Они обычно, да, за 299 рублей каждый продукт. А здесь у нас будет набор за 469. Небольшая, но скидочка, да. Обожаю вот эту серию «Умный кератин». Она действительно преображает волосы. Прям любимейшая серия Faberlic. В детской линейке тоже желтые ценники. При покупке двух продуктов срабатывает скидка. Мне не очень нравится эта серия, именно вот кошка-малина, кошка-манго, потому что была аллергия на шампунь у дочери, поэтому я больше люблю технокидс, и, возможно, мы воспользуемся акцией. Обязательно, конечно, в запас за 69 рублей возьмем пасты, потому что они очень крутые, здорово очищают эмаль. У меня всегда 2-3 штуки стоят в запасе, как акция, я прям набираю. Жидкое мыльце возьмем, и вот этот, кстати, шампунь, бальзам тоже очень нравится. Никакой аллергии, ничего абсолютно не вызывает. Дальше территория ароматов, с которыми я как бы тоже не дружу. И купонов у нас на ароматы нет. А, есть на некоторые, смотрите. Но давайте с вами посмотрим. Кстати, один из любимых мною ароматов Faberlic, хотя их не люблю, это Офиерик и Мансуэли. Вот этот вот оранжевый. Вот я этот флакон за пару месяцев избрызгала, кстати. Он действительно классный. 799 рублей минус купон 550 рублей. У нас за эту цену по акции так эта водичка бывает. Поэтому невыгодно, ну не то, что невыгодно, а также выгодно, как купить ее в другом каталоге за цену со скидкой. Вот. Больше тут ароматы мне никакие не нравятся. 250 купон на Мистер Инкогнито будет, на Урбан Легенд. Они, эти водички по акции, так бывают за такую цену. Новинка прошлого каталога — помада HD Color. Девчонки, понравилась. Классная помада. Не сказать, что она такая стойкая, чтобы держаться, как пишут, целый день, да? Но действительно классная. Не сушит губки. Очень достаточно мягкая такая текстура. Я вам видео в инфобоксе прикреплю на заказ по прошлому каталогу. Можете посмотреть свотчи и так далее. Вот такая новинка у нас появляется. Уже все наверняка видели обзор на эти новинки. Есть на YouTube. И что разочаровало, что совпадение с каталогом ноль. Просто ноль. Не смотрите на эти картинки. Лучше смотрите на название и поищите свотчи на YouTube, есть уже много видеообзоров таких. Вообще не совпадает. Я буду брать обязательно какой-нибудь оттенок, покажу вам потом в заказе какой. На название, на стики вот можно смотреть, да, потому что если взять даже вот этот стик 81 тон и вот как он нарисован здесь, ну то есть это вообще полное несовпадение. Faberlic, конечно, за это прям вот огромное не спасибо. Еще хотела, девчонки, взять. Мне очень нравятся жидкие губные матовые помады Stay True. Вот эту помадку хочу взять в 74-м оттенке. Это у нас дымчато-розовый. Очень красиво она выглядела на сводчах. Я уже посмотрела. И мне нравится текстура. Вот эти помады очень похожи на помады жидкие матовые от Vivienne Sabo. Они действительно ухаживают за губками, не сушат их и смотрятся очень достойно и довольно долго держатся. Еще одна новинка каталога – это увлажняющий тональный крем с огромным обилием оттенок, которые просто подойдут под любой цветотип. Я брать его не буду, потому что мне увлажняющий крем совершенно не нужен, чтобы еще больше моя кожа блестела. В прошлом каталоге брала с чайным маслом, да, тональный крем, вот этот. Тоже ссылочка в инфобоксе будет, можете посмотреть на сводчи, как он на лице смотрится, мы с вами тоже тестировали. Можно будет применить купон на пудру из линейки Glam Team, 899 рублей, минус скидка, 650 рублей. Она будет стоить без скидки консультанта, но не очень дешевая. На палеточку с хайлайтерами, бронзантом и румяшками, да, тоже будет скидка, но ее можно купить дешевле. По скидкам бывает, это для нее очень большая цена, хорошая будет, просто шикарная цена, прям каталог помад, ей-богу. На матовую губную помаду Первой Леди мне очень нравится, у меня есть в оттенке, по-моему, вот в этом дымчатый, деликатный каштановый, нет, или что-то, вот я не помню, девчонки, какая есть, но она у меня есть, однозначно, и мне текстура очень нравится, и помада сама нравится, я люблю матовый финиш, поэтому и очень люблю эту помадку.
И бархатный сезон будет по классной цене. Вот такие вот 6 оттеночков. А нет, даже больше. Тоже очень классная помада. Она похожа на полуматовую губную помаду Авацию, которую уже полностью убрали из каталогов. И текстура у них похожая. Тоже классная помада. Такой бархатный, матовый, даже не полуматовый финиш. По купончику будут супы, и это здорово. 1800 минус 250, 1550 и скидка консультанта, да? У меня еще есть, как у VIP-консультанта по прошлому каталогу, да, я сделала 100 баллов. У меня еще есть на 70, скидка 70% на один продукт. И, скорее всего, я возьму супы или коктейли, подумаю. На мастоп хорошая будет скидка. Про БАДы я вам рассказывала в пустых баночках. Кто не видел, тоже ссылку на видео прикреплю в инфобоксе или в конце видео. Доброген. Многие его, кстати, хвалят. Я как-то спрашивала у вас отзывы на него. Ну вот действительно, кто курсом пропил и были ли какие-то изменения. Не очень выгодно будет по купончику брать. Он бывает и сам по себе подешевле. Что-нибудь из чаев обязательно возьму из травяных сборов. Мне они очень нравятся. У них состав великолепный. Я уже пропила очищение утро-вечер. Сейчас мы пьем бронхо вместе с дочерью. Чаи прекрасные. Что-то еще попробую обязательно из них. Так, вот на серию здоровья, да, у нас будет на коврик скидка и получается на подушку валик, да, если я правильно понимаю, на подушку. Но их тоже можно взять дешевле. Я такой коврик за 500 с чем-то рублей один в один взяла на Wildberries, поэтому здесь Faberlic это все дело дороговато, конечно. На плед скидка. И еще у нас появляются новинки вазы. Хочу обязательно взять, если успею. Я делаю утром рано в первый день действия каталога заказа. И на прошлые вазы, помните, были? Я не успела. Надеюсь, что на эти успею. Возьму какие-нибудь вместе с вами, их рассмотрим и обсудим. Буду брать обязательно кондиционер, свой любимый с органой. Потрясающий у нее аромат, когда постираешь белье, развесишь на балконе. Прям аромат по всему дому. Скидка будет хорошая. Буду брать порошок. Порошок у меня уже закончился. Прям не дотянуло два каталога. Мне на два каталога вот хватает. Это обычно сейчас не дотянуло, много было стирки вот этой пачки. Будет на пятновыводители хорошая скидка. Смотрите, сработают желтые ценники при покупке двух. Мне из этих пятновыводителей больше всего нравится в формате порошка и в формате карандаша. Вот в эти два для меня не работают. Лагерь поклонников Faberlic разделился на два фронта. Для кого-то спрей работает, для кого-то совсем не работает. И вода. Вот для меня он вода. Поэтому вот только эти два формата я люблю и обожаю. Они действительно работают, и это действительно видно. Буду брать еще какой-нибудь освежитель. Будут по 99 они рублей. Обязательно беру вот эти новинки, средства для мытья посуды классные, вообще потрясающие. Вот это у меня забрали, осталось у меня вот это кремовое, желтенькое, коричневое, да, которое у нас розовое с депантенолом, а вот это бежевое у нас с маслом. С маслами, с какими-то. Они оба крутые, они действительно кремовые, они меньше сушат ручки, и они по такой же цене, как и обычные, поэтому, конечно, лучше взять такие. Пахнут классно, и запах такой ненавязчивый. Давно смотрю на ведра складные и тазы. Точнее, недавно смотрю, а хочу. Когда-то хотела, они пропали из каталогов, их не было на складе. Сейчас они появились, и я хочу себе складной тазик. Очень хочу. Он будет еще по 200-250 по купону, то есть 600 чем-то рублей. Он обойдется вместе со всеми скидками. Это нормальная цена. Посматриваю, девчонки, вот на этот джемпер. Да, 899 рублей. За рублей 700 чем-то он будет со скидкой консультанта. Я бы себе в бордовом в каком-нибудь цвете бы взяла. Мне кажется, достойное вполне качество. Но если закажу, посмотрим с вами вместе. Купончик можно будет потратить еще на зонт. Но зонты качества, видела обзоры, не очень. Обычные дешевые зонты, которые фикси по 99 рублей. Поэтому даже с купоном для этого зонта это очень дорогая цена. Вот эти сапожки, класс. На них купон действует, но он не отразится особенно на цене. Всегда тоже на них смотрела. Так они мне нравятся, очень классные. Но я просто юбки не ношу в холодное время года. А скрывать их под брюками, под джинсами. Но если только джинсы внутрь заправлять, не очень хочется. У меня брали консультанты мои эти сапожки. Все очень довольны остались. Прям сапожки супер. На одежду вот еще на коллекцию. Весенняя, по-моему, она у нас. Вот такие вот скидки. Или прошлогодние даже. Ну, по таким ценам, по каким одежда Faberlic, эти купоны, они, в принципе, не ощущаются. На ланчбокс еще были купончики. Можно было потратить на рюкзачки, на ланчбоксы, на дорогие, да, на термосумки. Я вот этот все хочу, ланчбокс. Второй каталог застать нету у нас его на складе. Очень хочу. Удобный, маленький, небольшой. Вообще красота. 299 рублей минус скидка 200 рублей с небольшим будет стоить. На термосумочки купончики, на бутылочки. Ну, бутылка дороговата даже с купоном.
Книги опять в конце. И ура, ура, для новых покупателей будет скидка 1000 рублей при заказе от какой суммы, девчонки? От 1999, по-моему. Да, от 2000. На 2000 делаем заказ, 1000 за вас будет платить компания. И если делаем заказ на 2500, еще придет в следующем каталоге порошок в подарок. Это на самом деле крутая акция, когда компания дает деньги, это гораздо круче, чем подарки, потому что деньги получать всегда приятнее, хоть они электронные. Вот и все, мои хорошие, кто еще Фаберлик не зарегистрирован, у вас есть потрясающая возможность зарегистрироваться с такой выгодной акцией. Ссылка на регистрацию всегда под видео, проходите. Занимает это буквально 3 минуты, без паспортных данных, без всего. Ну, а я с вами прощаюсь. Если мой обзор был вам полезен, интересен, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую, всем пока-пока.